Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу полистать вместе с вами третий каталог 2020 года компании Faberlic, который будет действовать с 10 по 23 февраля включительно. Обращайте внимание, это короткий каталог, он действует всего 2 недели, поэтому успевайте выполнить и оплатить ваши заказы. Это предпраздничный каталог, и сегодня мы с вами посмотрим, какие новинки ждут в этом каталоге, и рассмотрим все выгодные акции и предложения. Но я немножко расскажу вам, как всегда, о планах своих покупок. Итак, всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Сразу хочу обратить внимание новичков. Последняя обложка всегда у нас представлена с акцией для новичков в этом каталоге. И для того, чтобы получить в подарок один из парфюмов из коллекции Валентина Юдашкина, это два женских Gold либо Rose, либо мужской Валентин Юдашкин, вам необходимо зарегистрироваться в компании. Ссылка для бесплатной регистрации всегда есть под моими видео. Если вы проходите по моей ссылке, то попадаете ко мне в структуру, и вашим наставником, вашим помощником в компании буду я. И мы будем с вами общаться по всем вопросам, вы можете обращаться ко мне в любое время. И для того, чтобы получить этот подарок, вам необходимо после регистрации по этому каталогу оформить свой заказ на сумму от 1699 рублей в цене каталога. Минус у вас после регистрации будет скидка 20% плюс сбор за доставку. Заказ необходимо до 23 февраля обязательно оплатить, для того, чтобы ваш заказ считался полностью выполненным, для того, чтобы вы получили подарок одну из парфюмерных водичек. Я вам сразу советую заказать три пробника в первом заказе этих парфюмов, ознакомиться с парфюмами и сделать свой выбор в пользу того или иного аромата. И еще, если вы после регистрации выполняете свой заказ сразу же в течение 24 часов, то вы получаете еще приятный сюрприз от компании. То есть вы зарегистрировались, и в течение суток вы должны оформить свой заказ, чтобы он у вас был в вашем личном кабинете, готов к сборке, и тогда вы получите еще и дополнительный сюрприз. Это очень приятно. Ну а те, кто участвовал во втором каталоге и получал 1000 в подарок, и кто не успел оформить свой заказ, но зарегистрировался во втором каталоге, и у вас есть 1000 на вашей основной скидке, то эта 1000 будет у вас до 23 февраля, то есть в течение всего третьего каталога вы сможете воспользоваться этой акцией, получить 1000 в подарок, то есть она у вас пишется при утверждении. Если вы сделаете заказ на 2500, то получите еще и тушь в подарок при заказе по четвертому каталогу. Это для тех, кто регистрировался во втором каталоге. А кто будет регистрироваться с 10 февраля, будет участвовать в этой акции, и ваш заказ на 1700 в цене каталога. Итак, давайте с вами листать каталог, давайте смотреть, что же интересного нам представила компания в этом каталоге. Сразу у нас на первом развороте это аксессуары новые, появляются новые вазы в розовом и молочном цветах, и у нас вот они идут разные, вазы побольше, высота 23,5 и поменьше 17,5 сантиметров. А также будет представлена фоторамка. Все приходит в красивых коробочках, поэтому вы можете оформить это как подарок к празднику 8 марта милым женщинам. Следующая новинка — это кружка из фарфора. Она тоже будет в подарочной коробке. Видно будет только колечко, сама кружка спрятана, то есть у нее двойное дно. И такая кружка будет очень... Кстати, если подарить подруге по работе, сотруднице, может быть, начальнице вашей, я думаю, что будут рады получить такой интересный подарок, тем более кружка выполнена из фарфора. Но не обращайте внимание, не забывайте про шоколадные комплименты для него и для нее, которые вы можете подарить на 14 февраля, 23 и на 8 марта. Далее, следующая новинка — это кошелек женский и мини-сумочка женская. Ну, сейчас такие сумочки в моде, куда можно сложить расческу, помаду и ваш телефон, ну и какие-то вот еще, может, документы, там кошелечек маленький. Но я думаю, что здесь будет несколько отделений, поэтому можно будет воспользоваться. Следующая новинка — это палантин и это сумка женская для ноутбука. Красиво выполнено, и если вы деловая женщина и часто носите ноутбук, то я думаю, что вам она пригодится.
Следующие новиночки в этом каталоге — это у нас 6 наборов бижутерии на любой вкус. То есть вот у нас на двух страничках представлена эта бижутерия. Далее у нас содержание каталога и пакетики. Не забывайте, если вы будете делать кому-то подарок, не забывайте приобрести подарочный красивый пакет. Далее у нас следующая новинка по бюджетной цене, всего 169 рублей цене каталога. Это набор кремов подарочный, который оформлен именно в таком вот весеннем стиле. Ну и, конечно же, набор Гран-при. И можно будет отдельно приобрести крем «Формула омоложения». Это один из лучших кремов компании, всего за 109 рублей. Обращайте внимание, будет очень выгодная цена, и можно также на презенте их приобретать. Далее, следующая новинка в этом каталоге – это лимитированный выпуск новых гелей для душа в весеннем оформлении. Конечно, здесь простенькая упаковка, но здесь и цена соответствующая. 79 минус скидка, получается очень бюджетно. Такой вот комплимент, знак внимания. И у нас три геля. Это изысканная орхидея, это нежный тюльпан и солнечная мимоза. Я заказала все три, в новинках вам их показывала. Все они имеют такой вот цветочный аромат, весенний. Сразу поднимается весеннее настроение. В принципе, они неплохо пенятся, кожу не сушат. Конечно, они не кремовые, но неплохие. И ароматы здесь очень приятные. Например, мне вот больше всего понравилась мимоза. По своему аромату немножко такой вот он чуть пудровый, цветочно-зеленый, чем-то отдаленно напоминает парфюм «Мама» от Фаберлик. И мне очень понравился нежный тюльпан. Здесь есть нотки геля парфюмированного «Мелодия Мейхуа», но он немножко другой, он поярче, и он с такими тоже вот цветочно-зелеными нотками. Меньше всего мне понравилась орхидея по своему аромату, хотя больше всего возлагала надежды. Она тоже очень приятная, но здесь аромат более такой сладковатый. То есть, ну, для меня он более зимний, хотя он тоже очень приятный, и здесь такая яркая орхидея вот в этом геле. Следующее, что у нас представлено, девчонки, серия Bloom, это ночной крем плюс сыворотка, всего за 429 рублей. Серия делится по возрастам, и везде вот у нас эта акция на всю линеечку. Далее у нас миниатюрки ароматов снова в каталоге, в красивых подарочных коробках. На 8 марта тоже будет шикарно подарить, если вы уверены в предпочтениях. Шикарнейшая скидка у нас на Ренату, поэтому тоже обращайте свое внимание. Отличные ароматы, вот этот цветочно-зеленый, а этот такой больше он цветочно-пряный, более яркий, более такой вот сладковатый, который подойдет на зиму. Но этот, конечно, весна-лето зеленый, это больше его время. Хотя многие очень любят именно красную аромату за ее такую вот густоту, за вот это вот сложное звучание. Флёрет будет со скидкой 50%. Очень приятный весенний аромат с нотками свежести, и он шлейфовый. Действительно вот приятный парфюм. Я вам советую взять его пробник. На Beauty Cafe Caprice хорошая скидка будет 55%. На Пондор, любимый всеми, это такой вот аромат сливочный с нотками кураги, с нотками вот этих абрикосов. Немножечко есть для меня в нем такие вот вкусные какие-то вот миндальные нотки. В общем, очень приятный мускатный орех здесь прекрасно слышится. Хорошая водичка, тоже обращайте внимание. И Шершеляфам, тоже такой весенний аромат. И на Увайлет скидка 55%, но как-то я, для меня он слишком яркий, какая-то одна нотка, не смогла его носить, я его подарила. Следующий у нас набор выгодно, это Каори, где миниатюрка гель для душа и дезодорант, всего за 399 рублей можно пакетик купить, и будет праздником хороший подарок. Набор аромат Феерик Сенсуэль 15 мл и гель для душа всего 249 рублей. Тоже выгодная цена. Ну, кстати, пока у нас на складе этого геля нет, тоже была выгодная акция, пока он отсутствует. Бонусом за покупки миниатюрки по 30 мл это Каори, Феерик Сенсуэль, Инкогнито и Променад. Все, что бонусом, вы оформляете в разделе «Ваши персональные акции». Далее у нас снова парфюмы представлены. И хит продаж — это у нас от Валентина Юдашкина женский аромат Gold, который новички могут получить в подарок. Женский аромат Rose, это более весенний.
такой вот пионово-цветочный с нотками кувшинки. Ну, тоже интересный, но многие по сложности предпочитают голд. Хотя, кто больше любит понежнее цветочные, выбирают роуз. Мужской аромат очень красивый. На Валькирию скидка 50%. Многие полюбили этот парфюм. Поэтому тоже приобретайте пробники. Обращайте внимание, будет хорошая скидка. На инкогнито пока у нас скидки нет. И на женский аромат миссис инкогнито скидка 50%. На Бомонт в наборе будет выгодная цена. Далее у нас с вами наборы. Это мужской, женский, Уома и Донна Феличе с хорошими скидками. Любые два аромата Spot Life, всего 345 рублей каждый. Ну, это такие молодежные, легкие, не обязывающие ароматы. В принципе, они приятные, но всегда на парфюмы нужны пробники. На Восьмой элемент шампунь. Хорошая цена будет мужской. И любые два аромата Восьмой элемент 599 рублей каждый. Тоже к праздникам, 23 февраля получается выгодно. На Джентльмен скидка 55%. На Волкана 55%. И желтые ценники на серию Ланселот. Можно тоже по вашему вкусу создать свой подарок. Далее у нас на серию Вант Авантюр будут прекрасные цены. Вот в кружочках обращайте внимание. Новинка Барбер Лаб, новая линейка. И в наборе гель для бритья плюс бальзам после бритья всего 259 рублей. Также в наборе шампунь дезодорант за 259 выгодно. Мне очень понравилась отдушка вот в этой линейке Barber Lab. Она такая универсальная, подойдет и постарше мужчине, молоденькому. В новинках шарф мужской. Кто из мужчин носит шарф, обращайте внимание. И в новинках мужское портмоне. Конечно, это не кожа. Я считаю, цена для некожаной изделия, конечно, не совсем бюджетна. Но обычно всегда... Вот портмоне, кошельки мужские, женские, они, несмотря на это, хорошего качества. У меня был кошелек, и уже, наверное, года два его ношу, и качество отличное, ничего с ним не делается. Если сравнить с теми, что приобретаем в масс-маркете, здесь качество получше. Тени. Я созрела для вот такой зеленой палетки, но ее у нас нет на складе. Хорошие тени, вот, например, лиловые волны, мне очень нравится. Универсальная палетка, отличная. Дальше у нас с вами тушь представлена в новинках Miss Curl в трех оттенках и тушь HD Lash, но мне как-то вот она не очень понравилась, эта тушь. Дальше у нас помада Hydralips, шикарная матовая помада, я уже приобрела 6 оттенков, еще хочется приобрести, какой-то тон я для себя возьму еще. Не люблю матовые помады, но эта помада мне нравится. Если вы хотите увлажнить матовую помаду, приобретайте вот эти блески. Красиво смотрится. Чуть-чуть на центр губ немножко блеска добавить, и помада ваша засияет, и уже не будет вот такой она как суховатой на губах, а губки будут увлажненными. Палетка нашумевшая. И вот в этой палетке все-таки хайлайтер дает такое влажное внутреннее свечение. Красиво смотрится. Самое главное, не перестараться наносить совсем чуть-чуть. Очень полюбился мне вот этот тональный крем. Когда будет акция, я еще приобрету. У меня флакончик стоит. Я сейчас добиваю свои прежние кремы. Это у меня Feel Fresh еще вот показывала вам. Я абсолютный комфорт крем. Пока пользуюсь ими. И пудра тоже. Вот она имеет мелкий помол. И неплохо матирует в Т-зоне. Далее у нас с вами выгодная цена на перламутровую помаду «Миллион переливов». Это помада «Блеск», но с хорошим цветовым пигментом. Далее представлен набор помада плюс тушь всего за 329 рублей. И у нас эта помада 3D «Поцелуй», которая тоже многим нравится. И здесь вот широкая палитра. Есть у меня на эти помады свотчи. Можно пройти посмотреть. Также жидкая помада. Вот, ну, какие-то вот остатки у нас из молодежной коллекции Марии Вэй представлены. Жидкие тени с хорошей скидкой 40%. Все меньше и меньше, девчонки, оттенков. Скорее всего, что будут их выводить тоже из каталога. Поэтому, кому эти тени нравятся, обращайте свое внимание. Далее по выгодной цене карандашики для бровей. Я для себя один из карандашиков приобрету.
И это будет, наверное, вот самый светлый оттенок, 55-27, естественный бежевый. Он, по-моему, самый такой вот графитовый получается. Наверное, попробую я его, как он будет смотреться на бровях, на брюнетке. Далее у нас с вами тональные основы на румяна и на пудру в шариках. Хорошая скидка 40%. 40% обращайте внимание на пудру Soft Focus, которая многим полюбилась. Шикарная пудра. Девчонки, я прям ее от души вам советую. Не будьте разочарованы, это точно. Далее у нас средства для ногтей по 119. Я возьму для себя кальциевое молочко. Обязательно, мне уже мало в запасах. И возьму вот это быстросохнущее верхнее покрытие. Тоже мало в запасах. Ну и посмотрю, может, один гель для кутикул. Вот так как в запасах нет, я уже последний тоже достала и пользуюсь с удовольствием. Хорошая скидка 45% на матовую помаду. И вот как раз самый ходовой оттенок 34 представлен. Он подойдет абсолютно всем. Шикарный оттенок, очень удачный оттенок для матовой помады. Прям вот я вам его советую попробовать. Я думаю, что вы останетесь им довольны. Вообще хорошая помада тоже. Она комфортная, хоть и матовая, но комфортная на губах. Бонусом за покупки представлена тушь «Ваш Оскар». Питательная, маслянистая текстура. Тушь хорошо ложится и создает прекрасный объем на ресницах. Скидка 50% будет на гель-лаки. Это лак имеет неплохую стойкость, дает хороший глянец, быстро сохнет. У меня вот такой красный оттенок, очень красивый. Ну и, наверное, еще какой-то вот тон я приобрету. Понравился мне тон нежная орхидея, пионовый сад неплохой. Но вот остальные я не приобретала. Но лаки вот по своему качеству хорошие. Обращайте внимание, будет выгодная цена. Также желтые ценники на кисточки. Я для себя повторю, наверное, вот кисточку для пудры и возьму кисточку еще для румян. В общем, пока подумаю, какие, но пока будут желтые ценники, они бывают редко. Кисти синтетика, но качество неплохое. Дальше у нас серия Эксперт представлена. Скидка 50% на отбеливающий крем. И в наборе ночной лосьон плюс ночной крем. Это у нас с АХА-кислотами формула. Будет хорошая цена. Вы знаете, я такой лосьон сейчас использую. Его не смывают, но я вот наношу его где-то минут 15-20, там до получаса. Потом я еще раз умоюсь и наношу обычные тоники. В принципе, он хорошо вот очищает кожу. Мне нравится, как работает. И девчонки очень тоже хвалили вот этот крем. Но вот у меня он простоял, как-то я его один раз попробовала, так пока вот еще надо глянуть сроки годности, может быть, такой набор и заказать стоит. И вот здесь вот у нас есть рекомендации Риммы Корнеевой, все это читайте, как применять. Скидка 45% на Трирол гель, и куда-то у нас пропал из каталога невидимый корректор, надеюсь, что его вернут, очень ждем его в каталоге, потому что средство шикарное. Бонусом за покупки патчи для тела и крео-крем со скидкой 40% будет. Бонусом за покупки крем для лица 399 при покупке по каталогу на сумму от 2000. То есть из первого шага крем для лица вот этот у нас будет идти по отличной цене. Вы знаете, вот эти все три шага, мне, кстати, вот этот крем больше всего понравился. Гляну, может быть, я его и возьму для себя, но пока... Кремов очень много, и там новая серия Океаниум. Пока подумаю, конечно. Хорошая будет скидка 45% на увлажняющую водичку из серии «Каскадное увлажнение». В наборе Варио это крем для лица, либо лайт, либо более питательный, и плюс эликсир на выбор. Тоже можно будет приобрести в наборе по выгодной цене. Обращайте внимание. Снова у нас эта акция действует. Далее у нас с вами скидка 40% на маску с активированным углем. Отличная маска для экспресс-ухода. Тоже вот одна из лучших в каталоге. Обращайте внимание свое. Желтые ценники на масочки и на патчи из серии Beauty Lab. Поэтому тоже присмотритесь. Мне особенно нравится маска с углем пузырящаяся. Понравилась мне маска вот эта лифтинг эффект. Вот фольгированная, как-то меньше всего я ее поняла. И понравилась мне вот эта, которая идет у нас
с зеленым чаем. Немножко она пощипывала лицо. Она тоже пузырящаяся. И вот у нее такой эффект. Вот она зеленая. Пахнет она такой травянистый аромат с нотками зеленого чая. Но тоже она прекрасно, вот видно моментальный эффект, что маска поработала. Набор в серии Weekend ночная маска плюс сыворотка по выгодной цене. Обращайте внимание, маска это просто шикарнейшая, отличная. У меня вот была, я все для себя по баллам приобрела и буду весной пользоваться. На серию Platinum у нас на крем для шеи декольте скидка 50% и бонусом за покупки сыворотка всего 499, если приобретаете на 2000 цене каталога. Патчи тоже по выгодной цене серии Проликсир всего 99 рублей. И набор Проликсир крем для век и мицеллярная вода 369. Выгодно набор Гардерика дневной крем, ночной плюс крем для век всего за 999 и минус ваша скидка. Шикарнейшая акция. Давно я не использовала эту линейку. Прям вот, вы знаете, чешутся руки приобрести. Прям вот хочется заказать, но просто не успеваешь использовать, потому что и новинки тестируешь, чтобы вам как-то рассказать свои впечатления. И стоит у меня Weekend в запасе, но здесь вот тоже настолько соблазнительная цена, и линейка просто шикарно работает. Очень люблю эту линейку, несколько раз ее приобретала, она используется курсами, как и Renovash. И вот в Renovash у нас тоже такая же выгодная акция будет, поэтому обращайте внимание. На масочку Sculptor тоже у нас хорошая цена. Все никак ее не попробую. Хорошие отзывы у девчонок. 45% будет скидка на спрей серии Oxyology. Обязательно его себе закажу. Перед масками, после скрабов, после масок увлажнять кожу для закрепления макияжа. В общем, средства шикарнейшие. Поэтому тоже, девчонки, смотрите. Обязательно не упустите момент и воспользуйтесь акцией. 40% скидка на сыворотку сияния из серии Oxyology. Наборы вот у нас по выгодной цене. 40% скидка будет на матирующий BB-крем. Далее у нас скидка 30% на двухфазное средство новинку. И в новинках у нас появляются органайзеры. Но я буду ждать акции, потому что все-таки считаю, цена в каталоге далеко не бюджетная. Особенно вот у нас на органайзер для палочек и дисков. Будем ждать акции. Я думаю, что качество будет просто великолепное. Серия Биомика представлена. Далее у нас с вами линейка ICU. 40% скидка на тоник. Я уже его несколько раз повторяла. Очень нравится. И бонусом за покупки гидрофильное масло. У меня вот сейчас одно заканчивается. Наверное, на одно применение. Я следующее выставлю из запасов и возьму бонусом обязательно. Воспользуйтесь этой акцией. Отлично, превосходно очищает. Вот это масло вместе с пенкой просто превосходно работает. Ну и, конечно же, тоник к ним также вот прекрасно работает. Я очень довольна. У меня, наверное, это уже заканчивается третья бутылочка этого масла. Скидка отличная, 50% на увлажняющий крем-трансформер. Он идет с муцином улитки. Девчонки, пока такая цена, обязательно вам прям советую тоже обратить на него внимание. На лето особенно для увлажнения кожи будет шикарно. Он легкий и прекрасно увлажняет. 40% скидка на гель для умывания антибактериальный. 45% на мицеллярную воду. Вот если вы новичок, если вы думаете, какую взять воду, особенно если у вас чувствительная кожа, чувствительные глазки, без раздумий вот эту берите. Она самая лучшая. Вот самая лучшая в компании. Конечно, я двухфазная не пробовала, но это просто шикарнейшая. И я уверена, вы не разочаруетесь. Хорошая цена, всего 199 рублей минус скидка, поэтому обязательно возьмите. Дальше, следующий у нас, это крем антиперспирант для ног и крем-компресс по выгодной цене. Средство для ног по 69 рублей, так вам, наверное, не видно. И по 79 для рук, тоже на подарки можно. У нас в новинках в серии для крем появляется мусс для душа. Ну вот вы знаете, он как вот пена для бритья, поэтому мне особенно понравилось использовать для депиляции. Вот на ножке просто шикарно. Но и на тело тоже он кремовый, он потом размыливается, прекрасно распределяется. Но еще понравилась его отдушка. Она
более такая концентрированная, но она нежная, вот чем, допустим, в геле. И она сохраняется дольше на коже. Отдушка здесь, конечно, шикарнейшая. Также здесь вот супер цены на эту линеечку. Можно составить подарок. Снова линейка Ля Крем и супер цены будут. Далее по выгодной цене наборы Витамания. Тоже обращайте внимание, хорошая линеечка, приятные ароматы. На подарки будет самое то. Вот на бюджетные подарки можно рассматривать. По выгодной цене гель для душа Клубника, всего 89, и мыльце. Тоже можно вот составить бюджетный подарочек. Дальше у нас хорошая цена на гель для чувствительной кожи, всего 149 для интимной гигиены. Присмотритесь. И освежитель для полости рта выгодно. Прокладки всего по 129 рублей, любая упаковка, тоже цена отличная. Поэтому я думаю, что быстро разлетятся, тоже обращайте свое внимание. Скидка 40% на средства для интимной гигиены, тоже вот одно из лучших. И вот это также здесь у него просто шикарная формула. Она более щадящая для вот нежной кожи. На зубную нить 99 рублей цена, на ополаскиватель для чувствительных зубов тоже выгодная цена будет. И на пасту у нас также выгодно. И снова по 99 рублей у нас силиконовые щеточки по выгодной цене. Паста Продент всего 129 рублей. Можно будет приобрести более выгодно для себя. Далее желтые ценники на кислородные пасты. Хорошие пасты на каждый день, неплохие. И у нас желтые ценники на ополаскиватели. Кто приобретает, всего по 105 рублей, смотрите. И на дезодоранты шариковые тоже выгодная цена. Любые два, 85 рублей каждый. Краска у нас тоже со скидкой 45%. Скидка 40% на салонную серию. Я вот эту маску очень полюбила, уплотняющую вместе с шампунем против выпадения серии Эксперта. Я, наверное, себе эту маску еще повторю, возьму. У меня вот сегодня прямо она закончилась. Дальше у нас снова краска. Выгодные цены, кто пользуется, обращайте внимание. На ампулы будет выгодная цена. Дальше у нас с вами бонусом за покупки любой продукт 139 рублей. То есть это идет у нас с вами вот шампуни, вот эти вот все, и маски, а также бальзамы. Все ищите в разделе «Ваши персональные акции». Продукты стайлинга. Снова у нас тюрбан для сушки. Очень удобный. Кто не приобретал, советую. Серия против перхоти. Тоже выгодные цены на шампуни. Скидка 35% на шампунь активный против выпадения волос. Я обязательно еще возьму. У меня уже это третий флакон. Мне он очень прям понравился. Даже не ожидала. Не знаю даже, что сработало. Как-то вот что, ну, меньше. Вот, конечно, волосы у нас вымываются, но их меньше вымывается, чем вот при обычном шампуне, когда используешь. Еще я вот стала использовать кокосовое масло. Может быть, как-то вместе это все сработало, но мне кажется, что вот этот шампунь, даже переходишь просто вот на другой, любой, неважно, Фаберлик, не Фаберлик, волосы больше их вымывается, чем вот с вот этим шампунем. И также вот у нас регулирующий для жирных волос, он тоже прекрасно работает, и шампунь-активатор густоты. В общем, на все шампуни из этой серии, они все классные, будет отличная скидка. Я вот возьму, наверное, вот этот активатор густоты и возьму вот этот шампунь, прямо понравился. Также девчонки хвалят репейное масло, хорошо укрепляет вот волосяные луковицы. Ой, желтые ценники на серию Baby. Обязательно возьму себе кондиционер и возьму гель для стирки. Прямо они мои любимчики, советую. И также вот из серии Baby мне очень нравится гель для подмывания. Его можно использовать как гель для интимной гигиены для всей семьи. Он очень деликатный, очень нежный. Здесь, конечно, это детская серия, поэтому, сами понимаете, будет хорошая формула. В общем, на всю эту серию у нас желтые ценники. Тоже вот обращайте внимание, прям вот себе плюсик ставьте для покупок. И желтые ценники у нас на серию Kids. Не забывайте, девчонки, поздравлять с праздником 23 февраля и 8 марта деток. Они хоть и маленькие, но они тоже ждут этот праздник. Это для них общий праздник. Приучайте их с детства делать вот такие вот подарки для того, чтобы потом в будущем они тоже оказывали знаки внимания. Это, конечно, очень приятно. И я думаю, что даже подарить какую-то шампуньку вот ребенку, это будет приятно. И здесь вот у нас для девочек тоже вот эти желтые ценники. Ваши
дети, племянники, они всегда ждут тоже вот к праздникам для себя какие-то подарочки. Ну, конечно, здесь вот у нас для школы серия. Распродажа будет скидки 35%. Обращайте внимание, хороший каталог, много скидок интересных. Здесь у нас пока их нет. Концентраты бьюти-комплекса скидкой 50%. Так, надеюсь, вам видно. Я все ближе каталог приближаю. Коктейли со скидкой 79 рублей. Снова ленты в каталоге, кому нужны были. Я знаю, что в отзывах многие просили вернуть. Это хит продаж. Ленты плотненькие, действительно они тугие. Если заниматься каждый день, не лениться, эффект должен быть. Далее у нас с вами черника плюс со скидкой 40%. Доброген актив. Дальше у нас заряд энергии. Скидка и скидка 30-35% на продукцию Денос. Копите баллы, можно по баллам взять. Денос рефлекса. Рефлекса у нас будет также со скидкой 40%. Так, и дальше у нас следующее, что будет в новинках, это новые стиральные порошки. Здесь более улучшенная формула, более профессиональная. Порошки произведены в Германии, премиум класса. Они без хлора, без фосфатов, имеют нежные отдушки. Вот здесь очень много наград у этих порошков. И вы знаете, здесь, вот, например, сразу, что отличается по составу. В прежних у нас было 5-15% отбеливателя на основе кислорода, а здесь уже 15-30% отбеливателя на основе кислорода. Гранулированная текстура, она не пылит. Вот девчонки писали, я еще пока его не открыла, приобретала тоже вот горную свежесть для себя, что здесь вот такие еще синенькие гранулы добавлены, то есть для того, чтобы вот, ну, более белоснежным было ваше белье. Подходит оно и для деток, для аллергиков. Вот здесь у нас вот альпийские луга, горная свежесть будет представлена. Потом универсальный, который имеет вообще вот нежную отдушку. И также вот колор для цветных вещей. Так что тоже смотрите. Скидка у нас на салфетки. Новый пятновыводитель. Я думаю, что здесь тоже будет улучшенная формула. У этого более вот процентное соотношение отбеливателя. На стиральный порошок для деликатных тканей 50%. Очень мне нравится. Я стираю платьица, вот блузочки, вот нижнее белье. Все стираю этим порошочком. И он отличный. Очень им довольна. На гели для стирки скидка. На спреи. Освежители и кондиционеры, вот у нас, которые здесь представлены, тоже будет хорошая цена. Я возьму для себя с орхидеей, наверное, и возьму из детской серии по желтым ценникам. На таблетки для посудомоечных машин, снова на мое любимое средство с грейпфрутом скидка, обязательно его возьму, очень мне нравится, в любимчиках у меня. На крем для кухни и ванны хорошая цена. И вот если вот эти два крема сравнить, то здесь тоже у нас в два раза больше вот этих вот очищающих частиц полимерных добавлено. На мыло будет хорошая цена для кухни, поэтому тоже обращайте внимание. И на стаканчики стеклянные наконец-то у нас хорошая скидка. Вот креманки, они просто шикарны. Я думаю, что на подарок, а не в коробке подарочной, тоже будет замечательно. Для тех, кто любит кушать по утрам творог с вареньем, там с медом, тоже можно. Для каких-то пудингов, для муссов. Да и даже кашу овсяную, девчонки, в такой вот креманочке, я думаю, что вы сидите с большим удовольствием. Если вы еще там какие-то фруктики добавите, то будет тоже замечательно. Шикарная цена на форму для запекания силиконовую. Обращайте внимание, я, может быть, какую-то возьму для запеканки. Посмотрю пока. Я пользуюсь стеклянной формой для запеканки, но вот на эти тоже поглядываю. Дальше у нас любые два продукта для ванной, для туалета. Хорошая цена и спрей-антиналет. Можно взять то и то по этой цене, либо два одинаковых. В общем, как вам нравится. Далее у нас с вами в новинках я заказывала, вот прям забыла даже вот вам в новинках показать, у нас с вами появляются насадки для швабры. Я обязательно для себя ее закажу, эту насадку. В общем, я добавляла, либо на складе не исчезли, почему-то не было в заказе, но я покупала такую швабру, очень ею довольна, прям на насадке парочку штук для себя приобрету. Очень хорошие тряпочки. Хотела взять вот эту из микрофибры. Прямо она мне полюбилась. Но на складе у нас нет. Их разобрали, потому что желтые ценники. Смотрите, может быть, появятся снова.
Скидка у нас на средства для очистки обуви. Платье металлизированное снова в каталоге. Может, кто-то на 8 марта захочет приобрести. Но вот я такое брала, сдала его. И у нас с вами в каталоге леггинсы появляются. Леггинсы будут идти в 5 расцветках. Черный, графитовый, кофейный, бордовый и изумрудный. Вы знаете, у нас в предыдущей версии были леггинсы. Вот я вам честно скажу свой отзыв. Я приобрела черные леггинсы. Тогда вот, по-моему, не помню, 50-й размер, что ли, наверное, приобретала. Померила на пункте выдачи, они очень красиво сели. Конечно, смотрятся они достаточно эффектно. Но, одно но, вот этот сам полиуретан, он зачастую имеет неприятный запах. Именно дымно-селедочный запах, который, ну вы знаете, он кто-то выветривал, кто-то, не знаю, как будут вот эти, я их еще не приобретала. Если вы приобретали, напишите, пожалуйста, если вот это вот от этой ткани это неприятная душка. Просто у меня как-то был давно, несколько лет назад, плащ вот наподобие из такой ткани, тоже это был кожзам. И в нем пока холодно ходить можно, вот как-то не так вот этот неприятный дымный вот этот селедочный вот эта отдушка, но как только пригреет солнышко и нагревается немножко на солнце эта ткань, просто ужасный этот запах, вы знаете, который вот он ощущается, и это неприятно. В общем, окружающие могут неправильно вас понять. Поэтому вот именно по этой причине первые леггинсы я, конечно же, сдала. Конечно, здесь цена бюджетная довольно-таки на них. Но я надеюсь, что все-таки... Я не знаю, почему вот эта ткань, этот полиуретан имеет вот такую отдушку, но она есть. Я не знаю, как будет в этих. Мне очень хочется попробовать заказать. Конечно, если подойдут по размеру. Здесь у нас тоже размерный ряд 48-50. Это у нас самые такие вот большие получаются. Но, конечно, на идеальную фигуру они рассчитаны. Они достаточно, наверное, будут тоненькие. И если вы даже вот 48-50 носите, то их, конечно, целесообразнее носить с туничкой. Так цвета красивые. Но вот такой вот минус есть у этой ткани. Я знаю, что не все об этом говорили, конечно, но слышала я в отзывах у девчонок у некоторых, что тоже именно по той причине, что вот у нас первые леггинсы, по-моему, были у нас немножечко с флисом, и были вот обычные. И вот что с флисом, что те этот запах имели, эту отдушку. Ну вот я вот так вот вам рассказываю. Я думаю, что для кого-то это важно, а для кого-то я, например, не могу, когда вот вещь, она имеет вот такую неприятную чуть-чуть отдушку, которая, ну, вряд ли она выветрится, просто у меня уже была такая вещь, и я уже вот сталкивалась с этим и знаю, что потом он просто у меня провисел этот плащ в шкафу и так и не смогла его носить. Дальше у нас с вами водолазки представлены, новые оттенки появляются, вот у нас. Это голубой и красный на джемперы. Красивые, конечно, вот юбочки здесь интересные. Это у нас с вами топ с кружевом. Хорошо, что сейчас вот компания Faberlic стала в каталоге, вместе вот в этом каталоге, белье Flaranche. Потому что бывает зачастую, ну не все вот хотят приобретать отдельный каталог Flaranche, а здесь вот можно полистать и выбрать. Качество белья превосходное. Я тоже вот сейчас для себя приобретаю, полюбила вот такую модельку, я приобретала. Еще вот в синем цвете, очень довольна, прекрасно носится. Также вот светленькая моделька у нас здесь есть. Ну, это можно здесь, конечно, не все представлено. Можно, если что, на сайте полистать. И вот на белье Flaranche обязательно смотрите таблицу, которая там представлена, размерный ряд, потому что немножко отличается. Ориентируйтесь вот своих размеров, и тогда вы, вероятнее всего, что угадаете с размером колготки в каталоге. Далее у нас с вами моноароматы. Любой аромат 195 рублей. И миниатюрки. Любые два аромата 15 мл 245 каждый, любые три 195 каждый. Можно на подарочки тоже рассматривать. Гели парфюмированные по выгодной цене, наборы вербена по выгодной цене, ботаника. Вот такие вот более бюджетные линейки для
душа гели Ботаника, шампунь Ботаника, любые два продукта Ботаника, всего 85 рублей каждый, тоже будет выгодно. И желтые ценники у нас с вами на серию Прованс. Мне вот из этой линейки очень нравится с лавандой и нравится апельсин и ваниль. Вот с лавандой что-то нету в каталоге. Супер цены на бьюти-кафе. Линеечку тоже вот здесь вот у нас супер цены. Бонусом за покупки кремы можно будет приобрести также в разделе «Ваши персональные акции» 75 рублей каждый на подарок. Бонусом за покупки мыльца можно вот составить тоже подарочек. Это, допустим, взять крем и взять мыло. И будет также вот даже коллеги по работе приятно внимание и для вас бюджетно. Следующее, что представлено, это губная помада бонусом за покупки. Это у нас помада «Абсолютный объем». Она имеет такую немножко сливочную кремовую консистенцию. Конечно, где-то часа 2 на губах, 3 она держится. Она не такая стойкая. Нужно несколько слоев, но она прекрасно питает и хорошо ухаживает за губами. Есть также у меня свотчи. Любой оттенок туши цветной 165. Но как-то не впечатляет эта тушь меня. Она осыпается, суховатая. Я ее не приобретаю. Ну вот если рассматривать, здесь вот красивый вот этот зеленый оттенок хаки. Очень красиво смотрится. Можно его взять на пробу. Сила океана в каждой капле крема. Новинка следующего каталога. И обращайте обязательно внимание, в этом каталоге за каждые 299 рублей заказа в цене каталога минус скидка. То есть это 299, и у вас после регистрации есть еще скидка, поэтому у вас цена будет за каждый примерно, ну, где-то вот 200, если скидка 26%, 221 рубль, у вас будет одна карточка вам добавляться. Эти карточки необходимо активировать в третьем и четвертом каталоге, а в четвертом каталоге по этим карточкам приобретать продукцию. И скидки будут от 40 до 70%. Попадаются за рубль подарки, что тоже очень хорошо. И потом, после того, как в четвертом каталоге все карточки будут активированы и по ним будут приобретены товары, то в следующем пятом каталоге будет у нас вот разыграно еще три главных подарка. Это путешествие в Британь, Франция, это 300 светодиодных масок и 15 смартфонов, а также 3000 наборов океаниум. Эта новинка будет у нас уже в следующем каталоге. Вот так вот и подумаешь, то ли гардерику приобрести выгодно, то ли вот эту новинку попробовать. В общем, дилемма получается, кремов много, и вот куда их только все успевать мазать. Это, конечно, очень хорошо, что компания нас прям балует. У нас кремы шикарные, они уникальные, у них прекрасный накопительный эффект, они прекрасно омолаживают кожу, но вместе с тем, конечно, их очень много, и вот сложно, особенно новичку, наверное, сделать свой выбор. Но мне очень нравится серия «Эксперт» наша, очень нравится серия «Викенд», неплохая вот серия «Варио», линейка «Блум». В общем, в принципе, все кремы отличные, но вот кому как подойдет, каждый, конечно, здесь уже определяется, исходя из своих предпочтений и требований кожи. Ладно, я, наверное, много болтала, вы меня извините, немножечко голос осипший чуть-чуть, поэтому не обращайте на это внимания, но хотелось с вами полистать каталог, обязательно для вас снять его и поделиться вот впечатлениями какими-то. И не забывайте, что у нас карточки «Твой бонус», и что их необходимо потом активировать в разделе «Купоны и карты», в разделе «Ваши персональные акции» после того, как вы выполните и обязательно оплатите свой заказ. То есть эти карты будут добавляться после того, как вы совершите оплату заказа, тогда можно будет уже вам их активировать в личном кабинете. Но не забывайте, новички, что у нас сейчас в каталоге просто отличнейшие акции. Выгодные, мега выгодные. На этом говорю вам всем пока. До свидания. До новых встреч на канале. С вами была Виктория.